Победу одержали и наши коллеги, сотрудники радио «Бизнес FM Челябинск», который является частью медиахолдинга ОТВ. Редакция стала победителем регионального этапа конкурса «Вместе Медиа Урал». Причем первое место заняли в самой престижной номинации «Ежедневный информационный выпуск». Siemens Mobility инвестирует в строительство ВСМ. Немецкая компания подписала трехстороннее соглашение с РФПИ. Информационная программа – это одно из основных направлений работы радио «Бизнес FM Челябинск». Ежедневно в эфир выходит 12 выпусков с самыми актуальными для предпринимателей новостями. Работают над блоками информации 16 человек – корреспонденты, редакторы, ведущие, звукорежиссеры. Кстати, в конкурсе «Вместе медиа» участников оценивают действующие профессионалы, специалисты в сфере радиовещания из Москвы и других регионов. И такое признание коллег по цеху – большая ценность. Работу оценивают профессионалы. Сначала мы их отправляем в Москву, и там лучшие работники нашей сферы радио садятся, там каждый за свой компьютер прослушивает полностью, ставит оценки и комментирует. А затем уже на региональном форуме, на региональном конкурсе собираются те, кто выходят лучшие из лучших, и друг друга обсуждают, ставят друг другу оценки. Теперь нашим коллегам предстоит следующий этап – всероссийский. 18 апреля победители региональных этапов встретятся в Москве.